Сегодня мы дошли до одного из самых красивейших храмов в районе Кута, по крайней мере, Хармаяма. Он уже вот такой вот при входе яркий. И для захода в храм нужно снимать обувь. Если в Индии меня это еще очень удивляло, здесь само собой разумеющееся. Еще странно, что мы без саронгов. Ой, ну какая красота! Мне прям все это напоминает мультик Turning Red. Весь этот антураж. Здесь вот четыре стороны, четыре лица Будды. Я сначала подумала, что кто-то не донес до мусорки, но это тоже часть условно приношения. Это такая улица баров. Ближе к центру. И здесь же мемориал в память о том, что 21 год назад был совершен теракт в одном из клубов и погибло более 200 человек. Здесь список погибших по странам. Символично заканчиваем наше пребывание в Индонезии, там же, где его и начали, на пляже Куты. Вон там вот вдали статуя. Около нее мы сидели, когда только прилетели и ждали Ларису. И вот сейчас под закатик практически пришли снова на пляж. И завтра рано-рано утром уже летим дальше в Сингапур. Мы дошли до нашего пляжа в Семеньяке. Уже такая ностальгия. Напоследок заказал себе массаж с вызовом на дом. Несмотря на странное начало, балийский массаж потом пошел больше по классике. Отлично меня промяли, местами прохрустело. И мне даже кажется, расслабились действительно мышцы, которые были в афиге после нусопениды. Сравним потом с тайским. Это было хорошо, мне понравилось.